Алуа Бисимбаева – одна из счастливчиков, для которых 1 сентября распахнула свои двери Назарбаев интеллектуальная школа физико-математического направления города Актюбе. К своей мечте юная актюбинка шла уверенно. Со слов Алуа, эта школа именно та, в которой она хотела бы учиться. Я поставила себе такую цель, маленькую мечту, и чаще всего свои цели я достигаю их, и этот случай не исключение. Я очень радовалась, когда сюда поступила, и на самом деле и сейчас я очень рада. Это просто amazing. В будущем я хочу стать инженером, проектировать всякие проекты. В этом году к учебе приступают 730 ребят. Из них, таких как Алуа, семиклассников 144. 4 класса с казахским языком обучения, 2 с русским. Родители новобранцев рассказали, как в течение года готовились к поступлению. Мы осенью зарегистрировались в виртуальной школе. Сын мечтал поступить в данную школу. В виртуальной школе удачно сдали тесты. Затем нас пригласили в каникулярную школу, и после этого, конечно, он еще больше загорелся тем, чтобы поступить в эту школу. Я всех сегодня хочу поздравить. Для меня этот праздник вдвойне, потому что я очень счастлива, горжусь тем, что мой сын поступил. Всем известно, что единственным критерием для поступления в НИШ являются отличные знания. Это лучшие ребята. Ведь вы знаете, какой строгий отбор, сложный отбор проходят эти ребята, когда абсолютно соблюдение полной академической честности. И вот сегодня эти ребята вливаются в нашу школьную семью, в наши шанраки. Это такое объединение ребят по классам. И мы с радостью приветствуем ребят. С удовольствием будем их учить. Прошедший учебный год был особенным. Школа получила первое место по проектной работе среди всех Назарбаев интеллектуальных школ республики. В этом году педагоги надеются повторить результат. Анастасия Евсеева, Руслан Ельтаев, телеканал «Актюбе».